Главная проблема выпускников вузов – поиск работы. Везде и всюду требуется опыт. Но откуда ему взяться, если специалист только что получил диплом? В главном корпусе в ЛГУ прошел круглый стол, где активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта представили новый проект профстажировки. По сути, это портал, где собраны вакансии предприятий, готовы взять студентов на практику. Учтены все специальности и все регионы страны. Этот проект, он сегодня призван к тому, что он создает базу возможных позиций, возможных мест проведения стажировок и практик, чтобы студент мог освоить новые дисциплины, практику поведения в трудовом коллективе, освоить какие-то трудовые, профессиональные навыки, а самое главное – понять содержание своей профессии. Вот таким образом проект расширяет возможности молодого человека выбрать себе место практики. Не обязательно во Владимире, можно в другом городе найти предприятие, которое готово принять специалиста вот этой будущей профессии к себе на практику. Как отмечают активисты, портал профстажировки.рф существует в интересах не только студентов, но и предприятий. Ведь если фирма или завод не предоставит место для стажировки будущему потенциальному работнику, то как в дальнейшем они будут искать специалистов? Например, Владимирский государственный университет через корпоративный институт создал прекрасную возможность прохождения практики и трудоустройства на автоприборе. Сбербанк сегодня сотрудничает с техникумом экономики и права. То есть такие практики очень успешные. Мы сегодня постараемся их обобщить и попробовать предложить работодателям поучаствовать в этом процессе. На данный момент на сайте опубликована информация о 518 потенциальных стажировках. Предложений от владимирских предпринимателей пока нет, но активисты ОНФ надеются, что скоро они появятся. Анна Коновальчикова, Стас Трегубов, Губерния 33.